В Каратубинском районе прошла благотворительная акция. Неравнодушные сельчане организовали состязания по мини-футболу и кокпару. Все вырученные средства будут направлены в помощь маленькому Эмиру и Жансизам. Девочка из Каратубинского района также нуждается в дорогостоящем лечении. Делать добро просто. Это доказали жители Каратубинского района. В одном из спортивных залов неравнодушные к чужой беде сельчане организовали турнир по мини-футболу. В нем приняли участие 11 команд из сельских округов. Спортивное мероприятие организовано в благотворительных целях. Все вырученные средства будут переведены на счет мамы Эмира. Мы решили не оставаться в стороне и немного помочь нашему маленькому земляку. На призыв о помощи откликнулись многие казахстанцы. Эмиру необходимо самое дорогое лекарство в мире. Сейчас малышу год и 9 месяцев. Жизненно важный укол стоимостью в 1 миллиард тенге нужно сделать до того, как ребенку исполнится 2 года. Для семьи это неподъемная сумма. На сегодняшний день уже собрано чуть более 40%. Любой из нас может сотворить чудо и подарить жизнь Эмиру, считают участники соревнования. Я живу в Каратубинском районе, учусь в городе Алматы. С огромным удовольствием принимаю участие в благотворительной акции. Верю, что и мир выздоровеет. Мир не без добрых людей. Кроме того, был организован благотворительный турнир по кокпару. В нем приняли участие 4 команды. Спортивное мероприятие организовано для оказания помощи 4-летней Жансизым из Саралжинского сельского округа. Все вырученные средства перечислены на счет ее мамы. Альбина Кумургалиева, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.